Раньше я шила только одежду, участвовала во многочисленных марафонах и как-то раз увидела такой ППШ-шиву трусов. Нужно было сделать репост для участия. Считала, что шить нижнее белье и сложно, и волшебно, а это шанс попробовать, но я безумно стеснялся рассказать в соцсетях, что буду шить какие-то трусы. Спустя несколько лет я создала проект с обучающими выкройками нижнего белья. Это был долгий путь, и слово «трусы» я говорю каждый день. На деле это очень важное изделие для каждой девушки, и вы можете создать его сами, идеальными, с нуля. Сделать смелый шаг в пошиве своего бельевого гардероба, который очевидно помогает прибавить уверенности в себе, полюбить свое тело и наконец-то сказать, да без разницы, что подумают другие. Кстати, если хотите начать, запишитесь на курс «Белевой старт». Подробности в описании.